Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Star Wars The Old Republic. Мы продолжаем выполнять задания на планете Белсавис. Это планета-тюрьма, в которой, скажем так, находится стража, избежавшие заключенные. Нам необходимо здесь все-таки навести порядок. Ну и попутно выполнить, конечно, задание, которое связано с поимкой имперского офицера, который отвечает за ритуал, проводимый здесь императором ситхов. Будем, скажем так, выполнять главные задания. Так, стойте. Что-то у нас здесь есть. Что у нас тут? Поговорить с полковником Хайером. Где этот полковник? С кем? Что за нахер? Что это сейчас было? В меня стреляли? Странно. Так, ладно. Где-то тут находится полковник, туда еще надо как-то попасть. А, вот подъемная лестница, все ясно. О, дроид! Давайте потрещим с дроидом. Это задание у нас относится... О, нет, с дроидом трещать не будем, у него сразу подписано это задание флешпоинт. Причем, уже который раз он мне пытается это задание втюхать, я не знаю. Тут, знаете, чего в этой игре вот реально не помешало бы? Добавить какую-нибудь панельку на карте, как вот эти вот Show Exploration Mission, т.д. и т.п., чтобы убирали лишние вот эти вот задания, которые мешают. Скажем так. Либо как-то это отсеивали, заранее показывали. Либо те, которые уже прошли, как бы помечали как-то по-особому. Так. Тут находится у нас вот полковник Хайера. Ему что-то нужно от нас. Ну, давайте поговорим. Полковник Хайер. Варден Грал сказал мне, что вам нужна здесь помощь. Вот именно. Я слышал о том, что вы там сделали. Вообще-то, сенатор Тудос, глава какого-то комитета, наконец-то рад встретить вас. Вы знаете, я что-то провожу какую-то новую здесь своего рода политику, что-то создаем здесь. Сенатор, сфокусируйтесь. Правильно. Так, мы потеряли что-то контроль здесь. Тысячи заключенных потеряны. Открыты множество дверей и кругом одно насилие. Вы не в безопасности здесь. Нам нужно вас сначала вывести отсюда. Это не место для сенатора. Терпение, но республика, скажем так, довольно мала. Нам нужно удостовериться, что наши интересы здесь будут защищаться. Наша большая проблема — это кровавые какие-то талаты. Они фанатики, убивающие всех других особей. И они очень опасны. Они что-то используют дроидов и извлекают из них силовые ядра. Процессоры. И компилируют их с другими что-то ядрами и создают какую-то массивную бомбу. Возможно, может взорвать здесь все нафиг кругом. Нужно остановить их. Так, бросайте все, что вы можете. И держите, как можете. Так, погодите. В моих руках есть какая-то станция безопасности. Если ротаки сломают ее, то они убьют любого. Стражников, заключенных. Не и в то же время сенаторов. Вы должны отключить эту бомбу и остановить это безумие. Предоставьте это мне. Так, эти ротаки никуда больше не пойдут. Превосходно! Я знал, что можно положиться на тебя. Возможно, нам лучше раздобыть больше силовых ядер. Если вы сможете восстановить некоторые из них, мы смогли бы их модифицировать для дроидов и предотвратить будущие нападения. Но сначала, конечно, нужно отключить бомбу. Мы должны найти какой-то охранный терминал в этой территории. Доложите мне, когда вы отключите эту бомбу. Хорошо. Так, значит, им бомбу отключить надо. Этот все, конечно же, со своим флешпоинтом задолбал, если честно. Эти флешпоинты, я не знаю, их могли бы просто на Republic Fleet перенести. Зачем их сюда-то добавлять? Я вообще смысла не вижу никакого. Ага, отключить бомбу. Причем это где-то здесь, совсем рядом. Так, а как сюда попасть-то? А? Как? А, вот сюда. Так. Ну, давайте глянем, что у нас тут. Угу, бомба находится где-то там. Тут, смотрите, наши ребята. Короче, тут, видимо, ожесточенные перестрелки идут, ротаки. Ага, у вас, ребята, тут перестрелочка намечается. Что, за вас тоже бонусные? Ой, нет. За вас что-то ни хрена, походу, не дают. О! Нормально, я тут какую-то сейчас штуку, по всей видимости, подберу.
Скордж, давай, помогай. Тут какая-то задание, скажем так, вещица из задания. О, сколько всего повалило-то. Ну-ка. О. Еще парочку раздобыть. О. Мудрец. Джедай-мудрец. Использует силу. Так, ну погнали. Какого-то хрена я горю? Кто-то мне скажет? Так, во. Понеслась. Китер-атаки. Лысый, капец. Так. Бах. И еще раз. Валим его. Так. Короче, пока тут у нас кружится, надо этого валить. Есть. Уничтожить. Отлично. Так. Подбираем, что здесь имеется. Ух, сколько ядер подобрали. Нормально. Это все, конечно, можно вернуть нашему полковнику. Но сначала давайте проникнем и отключим бомбу. Нам нужно отрубить эту чертову бомбу. Раз. Так тебе. Лови. Отлично. Ну, что делает, а? Застранец, конец охренел. Так. Подобрали. А кто это там такой, смотрите? Специальный какой-то специалист. Ну-ка, давайте, ну, клык Талата. Опа-на, видали, как Скордж его, а? А вот черт из два я тебе дам что-либо использовать. Отлично. Насекомое, это, по всей видимости, сказал Лорд Скордж. Так. Давай. Отлично. И раз. Бросок. Убит. Так, ух, нифига себе, 863. Нормально тут так деньжищ можно заработать. Тут еще, конечно, есть и героические задания, но мне что-то как-то особо они не нужны. Эти что-то совсем дохлые. С полпинка выносится. А вот этого валим. Валим. О, там, смотрите, там еще один убойный типчик. Убить. Так. Устранить цель. Раз. И еще раз. Отлично. Так. Снять щит. Стрелять ты не будешь у нас. Повиси-ка в воздухе, ради бога. Заморозил он нашего лорда Скорджа. Но это ненадолго. Так. Критический. И добить броском светового меча. Готов. Так, давайте-ка отрубим это дело. Отлично. Прямо аж туда залезли. Все, сделали саботаж. Так, бомба вроде должна включиться. Опа-на. Бомбу отрубили. Но, сдается, все не так просто. О, смотрите, сзади кто-то там следит. Кто-то следит сзади. Ух ты. Ёлки-палки. Так, сенатор, я отключил бомбу. Превосходно. Кризис теперь под контролем у нас. Но что-то... Ратаки, они ушли? Все в безопасности? Не думал, что я смогу здесь противостоять всем. Что такое? Кто-то там есть? Кто? Ты! Ты стоишь за всем этим. И ты со своими чертами военными играми. Это правда, сенатор? Похоже, вы мне что-то не сказали. Продолжай, скажи ему, что эти кровь на твоих руках. Достаточно! Я представляю республиканский сенат. И я не отвечаю на ответы таких, как ты. Полковник Хайер и я наблюдаем за всем здесь. Проект какой-то Noble Focus. Что за проект? Мы тестируем заключенных и некоторых особей против каких-то особей, видимо. И контролируем результаты. Ложь. Они обещали нам свободу, но это никогда не заканчивалось. И чем больше мы убивали, тем больше было все кровожаднее. Этого не должно было случиться. Это серьезное обвинение, сенатор. Все, что я делал, это я делал для республики. При заключенных кого они не волнуют? Ратаки первые, кто сбежали. Они велись какими-то животными сулкнас. Они готовились, они ожидали имперцев. Мы сбежали из своих клеток, мы не могли покинуть все это место без крыльев. А ратаки это знали. И мы начали что-то использовать всякую науку.
Ратаки очень опасны, но вам повезло, что вы живы. Я надеюсь, что моя удача останется со мной. Сенатор со своими военными играми что-то сделал с ратаками окончательно. Они не остановятся. Они хотят разорвать меня на куски. Они разорвут на куски меня, если я останусь, но нет никакого шанса сбежать. Они последуют даже в камеру тюремную. Не тратьте свое время на такого, как он. Он сделает все плохо. И он еще лжет. Так, я могу либо замочить его с фразы «чертов заключенный», либо я буду ему все еще помогать. И светлая сторона, естественно. Я, конечно, светлую сторону выбираю. Вы будете в безопасности, правда, с минимальной охраной. Я не ожидал, что кто-то ко мне так отнесется. Благодарю. Вы заблуждаетесь с этим заключенным. Возвращайтесь на базу. У нас есть новые исследования. Полковник Хайр, что вы чувствуете? Мы поговорим с вами. Так, хорошо, ну погнали. Надо назад возвращаться. Вот там стреляют, походу. Так. Да черт, С2! Короче, я ухожу. Не знаю, как вы, ребята. Так, надеюсь, этот там выживет у нас. Форма Шиен. Так. Возьмем правее. Right. О! Ну и чё он? О, кстати, мне надо с этим поговорить, со Скорджем. Где-нибудь в личной обстановке. О! Он здесь! Он с нами! Это здорово. Ну все, враги сюда не забегут. Куда ж ты побежал, лорд Скордж? Ну ёлки-палки, а. Тебя сейчас прямо там и замочат ведь. Что случилось? Такое ощущение, что кто-то на кого-то сагрился. Что это такое? А, защитная тактика. Что-то я не пойму, откуда у него эта тактика защитная? Ты же джедай. Скордж, как так сделал? О, нифига себе. А, ему кто-то, видимо, дал эту пассивку. Нормалек, так, нормалек, я вам скажу. Просто замечательно. Так, тут какое-то задание предлагают нам. Майор. А, кто? Офицер Серик. Да. Да я думаю, хрен с этим заданием. Я их лучше так пройду, скажем так. Не на запись, потому что они особой смысловой нагрузки, я думаю, нести не будут. Мы сосредоточимся пока на сюжетных. На сюжетных миссиях. Тем более, это миссия исследовательская какая-то. То есть, с пометкой звездочка. Так, нам сюда, да? Угу. Так, а куда ж тогда... Куда же мне тогда пайки доставить? А? Куда пайки-то доставить? Надо, видимо, с ним поговорить, и все, видимо, прояснится. Ну, давайте поговорим. Сенатор сказал мне о том, что отключили бомбу. Мы этого момента ожидали. Так, я так понял, вы еще вернули ядра. У нас есть инженеры, которые модифицируют это для дроидов немедленно. Ратаки все еще могут сбежать, но теперь мы сможем их поймать. Так, а теперь насчет этих экспериментов. Нам нужно поговорить с тобой о проекте Noble Focus. Достаточно времени мы имели дело с Ратаки. Фокус. Нужно сфокусироваться на нынешнем кризисе. Так, у нас большое число ратаков наблюдалось где-то там, рядом с нами. Но я надеюсь, всего лишь это социальный вызов. Сателлиты, картинки с сателлита очень грязные, но... Там что-то какие-то неймодианцы есть. И там, походу, мясорубка какая-то идет. Мы должны помочь им. Мы должны спуститься туда и остановить все это. Я не был бы так обеспокоен спасением неймодианцев. Меня больше волнует уничтожение Ратаки. Если подтвердится все с указом, то кровь Талатлов Ринглера что-то сделает там. Он может все, чего захочет этот фанатичный лидер. Уничтожь Сулхаса, это кровавого лидера. И срази всех Ратаки, покажи ему, кто главный. Ты должен спуститься туда и остановить их.
Во всяком случае, нужно положить конец этому безумию. Но это будет кровавая битва. Слугхак не будет выступать один без чьей-то поддержки. Особенно против тебя. Так, понятно. Значит, нам надо двигать... Бляха-муха. Двигать куда-то сюда. Тут у нас еще вот задание. Что тут реактивировать? Реактивировать. Wargames. Спасти неимодианцев. Ну, давайте проедем сюда. Активируем систему мониторинга какого-то. Фиг его знает. Заодно исследуем, что у нас тут вообще творится. Ну-ка. Это, конечно, ветеран, джедайский боевой мастер. Да, если такие ребята присутствуют, значит, где-то тут есть у нас еще и имперская база. Сто пудов. Есть имперская база, и можно туда проникнуть. Даже можно чего-нибудь попробовать раздобыть там. Хотя вряд ли. Эх, мне кажется, одного такого завалить ветерана джедайского. Много бы, наверное, дали. Ну, фиг его знает. Так, это кто? Радианцы. Радианцы. Где еще ребята? Да, что-то за вас ни хрена не дают. Бах. Фига себе, он отлетел. Вали его. Ну что ты встал, Скорч? Я что-то заорал так. Так, валим его. О, Девастатор! Радианец-Девастатор. Что ты? Так. Отлично. Критический. И еще раз. Смотрите, живучая скотина, а. Но не настолько. Так, ладно. Намек понял. С вас я хрена с два что получу. Прыгаем в тарантас и погнали по такому поводу. Так, нам нужно налево свернуть. Надеюсь, там будет возможность свернуть налево. О, нет. Это вряд ли. Хотя, смотрите, тут какой-то... Тут наша станция. Ой, наша база. Весьма интересно. Так, двигаем вот сюда. Тут местная живность. Ага. Что-то не понял, кто согрелся. Эй. Ты не охерел? Ты чё сагрился-то? Так, чё у него? Ой, он ещё и заражать может. Ну, повиси в воздухе по такому поводу. Бах! Всё. Блин, не хотел я, конечно, валить вас, но... Чё ж делать-то, если сами нарываетесь? О, люркеры какие-то обитают. Звуки такие издают. О, мать люркеров. Да. Что он делает? А, у него есть шанс пробиться сквозь броню. Это да, это серьезно. У нас еще щит есть. О, кстати, бы щит не помешало обновить, однакось. Это было бы неплохо. Да чтоб тебя газой. Так, проехали. Ну, где тот, что мы ищем? А, вот где-то здесь. Нет, это тут вообще фаза... фаза десантника. Как же мне тогда быть-то? А? Как быть-то? Наверх, что ли, подниматься надо? Да ладно, вы что, серьезно? Тут есть возможность забраться наверх? Так, стойте, там должен быть где-то проход, я так полагаю. Не может быть вот так вот все по-глупому. Может, лестница какая-нибудь? Ну-ка, давайте-ка найдем, посмотрим. Не может быть так глупо. Во, да. То, что надо. То, что надо. И отключим один какой-то монитор. Мы должны отследить. О, наши! Наши заключенные, мы наладили с вами контакт, и теперь все хорошо. Так, запускаем.
Отлично. Так, одну мы активировали. Теперь оставшиеся где-то здесь находятся, да? Угу. Можно, в принципе, и налево заскочить. Почему бы и нет? Тем более, что оно как раз ближе. Заодно исследуем, что у нас там имеется. Я думаю, будет самое то. Так. Ну-ка. Что у нас здесь? Давайте проедем вот тут по левой части, чтобы карту исследовать. За них как-никак опыт дают. А опыт в этой игре лишним не бывает. Это уж точно. Тут есть, помимо обычного опыта, есть еще и опыт наследия, а он качается с ума сойти как долго. Но, если что, то он вроде как дает навыки на всех персонажей, которые есть на аккаунте. Так, тут где-то должен быть проход. Ой, а там перестрелка идет, я слышу. Там прямо что-то тяжело. А, ух, нифига себе стреляет. В небо стреляет. Опа-на. Понял. Не дурак. Так. Проедем. Да что вы, серьезно что ли? Взорвать! Уничтожить! Самое время все уничтожить здесь нафиг. Так. Убить. Отлично. Кстати, я должен сказать, что Лорд Скордж довольно-таки-то выносливая. И Кира Карсон, насколько я помню, если одна против врагов отправлялась, то ее, скажем так, выносили постепенно. А этот прямо, знаете ли, реально хорош. Можно практически не бояться за его жизнь. Так, ну что, давайте пойдем внутрь. Глянем, что у нас там. О, метка империи вроде это, да, как? Или повстанцев. Я вот знаю, как выглядят новые, скажем так, времен фильма. Но вот про древние что-то... Не знаю, надо будет глянуть. Не придавал этому особого значения. Имперский боевой дроид. Так, специалиста валим. Отлично! И еще раз. Так. Давай, 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 давай. Все. Сдох. Ох, колдует, а? Колдует наш колдун. Вот. Вот что мне надо. Смотрите, там какой-то крутой чувак ходит. Здоровье. Почти как... О, и тут такой же. Уничтожим. Так. Начнет чем-нибудь заниматься нехорошим, как сейчас. Будем его блокировать. Так. И еще раз. Есть. О, имперских ассасинов победить. Бонусная задача. А что, давайте? Чё бы и нет-то? Коль ж так все рядом, тем более. Так тебе. Отлично. А вот черт С2 ты сделаешь прицельный выстрел. Бах. Ослепни. Так. Ах ты скотина. Есть. Давай, забей его. Так. Все, забить. Так, еще один сдох. Кстати, с вас так приличное количество деньжат вываливается. О, сундук! Нормально, ну-ка, что у нас там? Еще одна штучка, которую можно дать нашему напарнику. Ну давай, дай ему, в конце концов. Thank you. Пожалуйста. О, еще можно. Можно даже перо. Какое-то перо есть у нас откуда-то. Так, это не дает, это тоже. Так, что делать? Что ты не даешь ты ему? Я не понял. Thank you. Все. Получил. Так. Аккуратно. А, зараза, все-таки пальнули меня. Ну ладно.
Так, что-то я больше никаких ассасинов не вижу, надо сказать. Ну-ка. Просто за бонусные задания еще и деньжа дают неплохо. Насколько я знаю. По крайней мере, в героических уж точно. Бах! Поле... Ух ты. Ну-ка. Скотина. Есть. И еще раз. Да сдохни ты. Отлично, готов. Ну, давайте активируем, господи. Че уж теперь-то. Так, одну вырубили. Эх, ассасина бы где-нибудь найти. Тут нету. Там тоже нету. Ассасин где-то здесь, наверное, будет, да, находиться? Подождать, что ли, этого? Но он, я так понял, не скоро у нас появится, да? Да, однакось. Ладно, тогда давайте глянем, может, по ту сторону будет находиться. Тот, кто нам нужен. Всего-то одного вальнуть. Так. Есть. И давай еще раз. Так. Критический делай, критический. Есть. Бах. Сдох. Ну, деньги тикают, и ладно, уже 55 тысяч, а это что-нибудь да значит. Так, ну-с. Там вдалеке есть. О, есть, вон там. Скотина, этот не даст ведь спокойно пройти, а? Ну ладно. Ой, как я здорово-то приземлился, а? Офигеть, прыжок вообще просто. Меткость 200%. Да. Ну чё, Скорч, давай разруливай. Коль мы так промахнулись. Жалко, что партнеры тоже не умеют прыжок делать, а раньше умели ведь. Так. Отлично. Вот и все. Отмучился. Прыжок. Раз. Два. Три. Все. Что он там сделал? Ага, прицел. Вот фиг тебе. Блин, что ты взорвал ведь? Скотина. Так. И еще раз. Да вот черт из два. Есть. Сдох. Так, ну с этими мы разобрались. Теперь нам нужно попасть в оставшиеся две точки, активировать последнюю систему. И там, по-моему, мы сможем как бы отследить лорда Крануса, или как там, офицера Крануса. Благодаря этому. А тут надо еще рядом там спасти неймодианцев и обнаружить Сулкхаза, какого-то лидера кровавых ребят. Которые всех рубят подряд просто там. Так, нужно прыгнуть на Тарантас. Да, нам нужно попасть сюда. Ну, прям проедем, проскочим. Думаю, нас не замочит, если мы вот так вот. На нас даже никто не сагрился, офигеть. Чисто проехали просто, замечательно. Так. Блин, ну, конечно, интересно. О, минус 586, это что такое? Блин, знаете... Так думаешь, не дай бог по мне попадет эта пушка. Просто все. Один залп. И нет нашего героя. Ух ты! Это что такое? Арклайт. Знаете, кого мне напоминает? О-о-о! Тихо. Разделение какое-то. Продвинутая особь какая-то, прям как из второго эпизода. Господи, как же они называются-то? Блин, ну голоса, конечно, у него звуки страшные издает. Так, Скорч сразу от страха в багажник залез. Только красная лысина торчит где-то там в районе двигателя. Так. О, кстати, в принципе, можно заехать. Прям так вот заскочить прям чуть-чуть на эту зону и изучить, что там хотя бы. О, исследовал. Нормально. Так, все, теперь давайте двигаться в направлении нашей миссии. Так, тут неймодианцев спасти.
Найти ученых. Ха, бляха-муха, я походу мимо вражеских сил проехал, да? Стреляют в меня. Еще как стреляет. Ух, сколько вас тут, а? Так, тут, короче, джедай ходит. Может, вольнем его? Давайте попробуем. Ну как, Сид. Так. Да, конечно. Есть. Отлично. Сдох. Ну нормально так с вас бабки сыпется, я вам скажу. Вот так можно и деньгами разжиться. Конечно, проще взять героические задания на Republic Fleet. Блин, я его брата, походу, убил, да? Ну, извиняй, друг. Так тебе. На кой черт я еще... Ух, нифига себе, долбанул я его. Так. Заряжает. Так тебе. А у меня щит. Я в этом щите практически неуязвим, как бы. Особенно первые секунды две. Угу, наверх. Ну, давайте... реактивируем последнюю часть и пойдем спасать. Ух, нифига себе, зачем я это сделал? Империя планирует атаковать здесь всех заключенных, как и только можно. Республиканские силы здесь несколько встревожены. Ну, это Лорд Скордж говорит нам. Тут, видите, в игре есть такой момент интересный. Когда ты подошел к какую-нибудь локацию, каждый персонаж может, скажем так, по поводу этого места комментарий опустить. Что он про это место знает, какие у него чувства и так далее по этому поводу и так далее. Так, ребята там пусть стреляют. Я не понял. Берсерк. Смотрите, в трупы стреляют и радуются. Вот твари. Ладно. Ладно, ребята, видят. Бог, я не хотел, но придется. Опа-на! О, нормально, зачет пошел. Скордж, ты там что делаешь? Время помахать мечом, как никогда. Ты же у нас бывший гнев императора. Ну так покажи, на что способен. Так. 16. А вот сейчас как раз буду идти и по пути всех убью. Один останусь. Ух ты! Зря ты сюда прилетел. Так. Отлично. Ух ты! Там еще хоть Шрёдер. Так. Отлично. Все. Этого можно даже не валить. Смотрите, я какую-то карточку подобрал. И... Ух ты! Исторический документ какой-то. Так, на этого прыгаем. Определенно. А то он может на нас прыгнуть. Джамп-троппер. Прыжковый десантник. Так. Мне интересно, тут есть какая-нибудь что-нибудь типа броня из картозиса? Что-нибудь такое? Насколько я знаю, это лучшая броня против световых мечей. Но интересно, в этой игре будут действовать такие правила? Хотя вряд ли. Но будет неплохо, в принципе. Броня из картозиса. Световые мечи просто отключаются от соприкосновения с ней. Отлично. Так, что у нас здесь? А, ну как обычно. Убить всех. Есть. Так. Отлично. Здорово. Ну вот и твой черед подошел. Все. Я его еще и оглушил. Мне очень нравится атака Blade Storm. Вот на PvP тоже хороша тем, что если враг от тебя уходит, ты можешь за ним такую волну пустить, мощную причем. Просто красота. О! Мне достижения дали. Что-то типа резни. На Белсависе. Ну да. Мне, по-моему, на каждую планету, куда не сунься, мне все время это достижение присваивают. Жили себе, воевали, скажем так, стандартную норму в день убивали, явился джедай, как бы носитель мира, и устроил тут резню кровавую. Так.
Есть. И еще раз. Все. Так, бонусное задание выполнено. Теперь самое время активировать это чертово реле. Не сдается мне так просто, мне не дадут это сделать, да? Те, кто знает. Так. Пошел вон. Так. Отлично. Так. Давай. Причем, кстати, атаку вот, я заметил, танец с лезвиями иногда выгоднее прерывать, чтобы быстрее нанести финальный удар. Скажем так. И не дать, допустим, противнику восполнить здоровье. Что-нибудь в этом духе. Отлично. Ох, как его, а. Бедолага. Давайте активируем последнюю. Так, все, активировали. По персональному Голокрону нас вызывает. Ну-ка, сейчас наверняка место расположения нам выдадут. Обнаружить ученых нам надо. Господи. Пак, я подчинил все станции монитора. Обнаружь доктора Гантрелла. Ага, хорошо, сканирую. Так, нашел сигнал слежения. Он и его команда находятся под землей в каком-то хранилище. Отсылаю тебе координаты. Надеюсь, что ты доберешься туда прежде, чем Кранус. Я тоже на это надеюсь. Знаете ли. Координаты. Так, давайте сначала отсюда выбираться. Нам еще необходимо найти Сулкхаза. Спасти неймодианцев надо. Ну, найти Сулкхаза надо по-любому. И заставить его ответить за все свои страшные деяния. Лидер какой-то кровожадной банды, скажем так, фанатиков. Да я что-то заметил, тут на Белсависе очень много реально фанатиков каких-то. Все во что-то так верят, да с таким, скажем так, я не знаю, с такой фанатичной преданностью относятся к своей вере. Или вере в кого-то там, допустим, в какого-то лидера ихнего и так далее, или в императора. Что у них реально крыша съезжает. Да. Нормально. Так, здесь находится вот как раз Сулкхаз. Ну, давайте глянем. Так, нужно еще спасти неймодианцев. Ух, нифига себе. Неймодианцы там находятся у нас. Придется прорываться с боем. Хищник. Аратаки, хищник. Кейк! Такие звуки издают. Офигеть. Ребята иногда поражают своими звуками. Отлично. Это все крутится, вертится. Лови. От скотина. Сдох. Кто-то даже стоя умудрился. Так, ну я так полагаю, мне... пройти втихаря здесь не удастся. Может, хотя бы до того удастся прыгнуть. Так. Ну. Есть. Отлично. Так, этих обогнули. На этого напали. Давай, Скорж. Нифига себе он поднял. Блин, он так часто пользуется этой способностью. Вообще просто красавец. Молодец. Ничего не скажешь. Это круто. Так, ну с этими придется однозначно разобраться. Так тебе. Убить этого. Ух, нифига себе. Что-то ждет там. Так, я вижу, я не один эту локацию защищаю. Зачищаю, точнее, защищаю. На защиту это отнюдь не похоже. Так, где-то там неймодианцы. Ну, спасибо. Освободите мне хотя бы проход. Давайте поищем этих неймодианцев. А я полагаю, они где-то в капсулах, да? Нет? Не в капсулах? А где ж тогда? А может быть и в капсулах. Ну-ка. Не видно ни хрена. Не вижу ни одного неймодианца. Чё-то эти злятся.
Ну, единственное, что может быть похоже на то, что где их можно спасти, это вот эти вот капсулы. Иного я что-то ничего не вижу. Может быть, этот постарался? А, вот заключенный. Давай, валим этих. Так. И еще раз. Отлично. Атака. Сдох. Так, ты свободен. Одного спасли. Давай. Беги отсюда. Я не могу это сделать, пока я нахожусь в битве. Так. Уничтожить. Еще раз. Все. Так, подобрали. Подобрали, но где же еще? Во. Ух ты какой, а тяжелый типчик. Так, уничтожить. Ах ты скотина, а. Не-не-не-не-не-не, не удастся тебе эту штуку сделать. Черт с два. Ага. Что-то он пытается усиленно сделать, но у него это не выйдет. Я ему просто не дам эту способность там или что бы то ни было применить. Готов. Зато денежки. Так, уже половину спасли, это радует. Где же еще половина? Где же еще неймодианцы? Где-то здесь нет. Ну, определенно где-то здесь. А вот где конкретно? Пока не видно. Ага, во, вижу. Вижу, 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 вижу. Так, спас. Осталось еще двое. Давай ты вали его нафиг. Так. Опа-на. Нравится мне атаки в воздухе делать, они как-то эффектные, знаете ли. В этой игре можно так сделать даже. Угу. Еще имеются ли нуждающиеся в спасении? Нет, пока что-то никого не видно. Ну, наверное, если и появится, то только где-нибудь здесь, я не знаю. О! Так. Давай. Ах ты, ёп. Успел. Успел. Ох, он ноги сделал-то, а. Красава. Так. Отлично. Бросок мяча. И еще раз. Сдохни. Все, загнулся. Есть еще один, хотя бы еще одного. И все будет просто превосходно. Так, а тот, кто мне нужен, находится где-то там. Где-то там, ну, блин. И как назло, нет ни одного заключенного. Да чтоб тебя, а? Где ж мне вас найти-то, ребят? Может, если дальше пойти, они появятся, я не знаю. Но вот, пределы зоны поиска, скажем так. Ну, давайте пойдем, пройдем пока. Ага, вон, смотрите, есть, есть. Есть, кого можно спасти. Так. Отлично, завершили. Теперь нам нужно попасть туда. Уровень 2. Военные игры. Ого. Погнали. Посмотрим, что у нас здесь. Уровень 2. Надеюсь, он будет нездоровым. Я тут уже и так позачищал столько, сколько можно. О, групповая фаза. По крайней мере, это будет наша чистая зона. Ага. Поговорить с Сулкхазом. И его миньоны. Нифига себе, сколько здоровья. Так, кто ты такой? Ну-ка. Похоже, это один из плохих неймодианцев. Твое лицо разочаровывает. Я его вырежу.
Сдавайся сейчас же! Я пришел только сюда тебе сказать одно. Сдавайся. И в этом месте ты слаб, и я убью тебя. Твое тело будет разорвано на куски. А твою голову я возьму. И ящерица, они съедят тебя сегодня ночью. Короче, разговор состоялся. Какие звуки издают, капец. Боевой клич просто, я не знаю. Деморализует только так, в кавычках. О, а эта сука свертится у нас. Но все-таки молодец. Молодец. Скордж просто красавчик. Правильно способности применяет. Так. И еще раз. Готов. И главное, ничего с него не выпало, а? Отлично. Ничего не скажешь. Просто здоровски. Вернуться к полковнику, обнаружить расположение ученых, точнее, найти. Мы это уже обнаружили по координатам. Осталось только туда прийти и спасти всех. Здоровски. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже разбираться со всеми этими фанатиками, заключенными, учеными и так далее в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх, прокомментировать. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, то в описании под видео есть... ссылочка с плейлистами, где вы можете найти любое интересующее вас прохождение и посмотреть на моем канале. Всем спасибо за внимание, друзья. Вы самые лучшие. Всем пока.